Goddamn camping noobs! Ну что ж, всем привет. Ну, после некоторого перерывчика продолжаю проходить больше. А именно, ну, как уже всем, в принципе, и так известно, Солгрин. Последний босс. Единственное, что меня разделяет от того, чтобы быть больше. Так, сейчас. Управленницы настроил. 23408 смертей, но это не так важно, а важно то, что на самом Солгрине у меня уже... Так, сейчас, по-моему, надо чуть музыку, да, потише. Вот. На самом Солгрине у меня уже там куча. Давно я не это... Здесь не играл больше на Солгрине. 2253 у меня на нем, но я подумал, что мне надо вообще забить на количество смертей, потому что меня это отвлекает. Давайте вначале заставочку посмотрим, для начала. Просто буду проходить и приходить, когда убью, тогда убью, какая разница, сколько смертей будет. Ну, в смысле, разница, конечно, есть, но... Неважно. Сейчас, ну пока вспомню все. Блин. Не помню, как эти синие уже правильно там по таймингу. А, после второго нужно было идти до конца вправо и потом резко влево или как-то так, да? Ну, я имею в виду, чтобы заспамить его. Да, до конца вправо, я не до конца пошел вправо. Затупил. Я уже и забыл, что там за фазы-то идут. Не, слишком много оставляю, явно. Можно, конечно, попробовать в спокойном режиме первую фазу проходить, но, блин, там эти телепорты дурацкие, которые будут троллировать постоянно. Нет, там прыгать надо по-любому, когда синий лазер, иначе смысла нету вот так спамить. Ну, не двойным, конечно, прыжком прыгать. А вот зелененький я уже забыл, как пропрыгивать-то там правильно.
Ну, что я сделал? Слишком быстро шел, что ли, вправо? Да что же я вообще... Надо было там прыжочек еще один успеть сделать. Ну ща, разогреться надо. Тайминги. Восемь, блин. Как же там выживать на этих зеленых? Я забыл что-то. Блин. Ну, в смысле, то есть я помню, что раньше-то я по ней заходил, но... как бы там урона не нанести, понял же. Привет, Оги Бастия. Да продолжил, только я что-то, видишь, это, я забыл, как в зеленой фазе прыгать там, как, что-то, блин, забыл. Получалось же как-то вроде. Ну это фейл, да, явно. Да, расслабился. Ну как расслабился? Забыл просто. Угу. Уже 5 осталось. Почти вспомнил. Да что? По-моему, хреново сейчас продамажил. Да, 26, да куда 26? Да там легко перепрыгивать же, вон там одна летит, потом там две перепрыгнут. Я думаю, может телепортационный сохранится. А тут это резкий переход звука на вот эту вот Final Pass. Немножко, мне кажется, может раздражать.
Блин. Final босс. И, кстати, вот тут вот есть телепорт, который называется Prize Room. И я не знаю, что это. И, естественно, спойлерить мне не надо. Пошел на рипе случайно мир. Вот. И внизу еще босс Rush. Ну, в общем... Да что же, блин. Ну хреново получилось. Ну я понимаю, как надо перепрыгивать, но что-то не выходит просто. Ну ничего страшного, ща. Я никуда не тороплюсь совершенно, я говорил в начале стрима, но в гибости тебе еще раз скажу. Я перестал, короче, гнаться за количеством смертей определенным здесь. То есть мне все равно, сколько их будет. Хоть 30 тысяч наберу. Потому что пока я гонюсь за смертями, ну, чтобы их было как можно меньше, я начинаю сильнее волноваться и, ну, вообще нервничать. Влево крастишь, припрыгиваешь. Да, так что просьба не напоминать больше до того, как я убью Солгрина, о том, что там, ну вот, у тебя там было 4500, там, или еще там, типа, типа, там, скоро догоню кого-нибудь в таблице рекордов, там, в антирекорд, еще что-нибудь. Блин, у края что-то не... Да, слишком задержался. А сколько ты после первой фазы оставляешь? Три, ну блин, ну попробуй выжить дальше. Просто специально тебя погибать не буду, хоть не важно сколько там. То есть хоть и, ну, если получится выжить первую эту стадию, ну и ок. Ну после первой это когда соли сыпет, он это, или что он там сыпет. Четверть это сколько? 50? А, у него всего 50? То есть где-то 35, что ли? Нет, если даже я 32 оставляю. Примерно. Ну, наверное, 30 там оставляешь. Но ты на ЕЗ его убивал до синих лазеров?
Именно до. Когда он еще ни одного не выпустил. А, ну значит ты половину снимаешь. Кэп. Блин, осталось нам только выжить. Блин, ну чуть-чуть, прям вот уже вот-вот-вот, близко. Ну а как его там еще убить-то? Я думаю, может гасты убрать нафиг? По-моему, тут без разницы. Да, без разницы, и без гасты можно. Была разница, но не знаю. Что-то я не вижу. Ну вон, я 9 ему оставил в начале зеленой фазы. Или ты между там, где-то на второй стадии будет разница. Ну, до второй стадии еще надо дойти вначале. Да блин. Двадцать девять, ну. Да, газ тебя поменьше оставлял, но. Да не, нормально. Да что ж мне эта первая фаза больше всего достает. Не убил? 7 пулек? Блин, походу все-таки нужен, лол. Сейчас хреново, конечно, нет. На первой фазе что-то я стал очень мало сносить, по-моему. Чего? 18?
Ну вот 7 это уже более терпимо. Да обо что я там задеваю? Ну, тут понятно, я об саму тушенку задеваю. Опять хреново снес. Да почему так много остается-то? Да-да-да, я вообще проснулся в час, но оказывается в 12. Причем у меня почему-то, блин, на телефоне не перевелось. Ну, то есть у меня до сих пор он думает, что Москва это плюс 4 часовой пояс. Да, но у меня просто телефон на Windows Phone, и по идее там обновление прошивки для этого нужно. Ну, потому что он же не откуда знает, что у нас новое постановление там правительство вышло, он же сам по себе об этом не узнает. По идее должно быть какое-то небольшое обновление просто. Восемь, блин, не могу я что-то его заспамить, я не понимаю, что произошло, даже с глазки. Ладно, хоть тут еще поживу, может быть, хоть так дойду. Мне это, в принципе, без разницы, я заспамлю или нет. Да, я тут вообще разучился. Какие тайминги я плохо попадаю? Вроде нормально все попадаю. Шесть. Тридцать три, ну 33, это же нормально.
Да, прикол. Ноль. Четко прям в эту зелененькую прыгнул. Я вот там неправильно как-то вторую перепрыгиваю. Я всегда попадаю на нижние две зеленые, которые летят. Надо там как-то изменить прыжки. То есть я там никогда не выживу так, даже если его буду заспамливать. Надо как-то что-то менять. Да блин, 28, ну куда? А, вот. Чё Соник, который зачился тут размикривать? Да. Да опять я неправильно как-то поступил. Ну, 33, это же хорошо. Да что же это зеленое-то? Не попал ни разу. Да что, я вообще перестал попадать от него. Да я вообще ничего не понял. Почти вспомнил, как этого Соника размикривать. Надо, чтобы я практически в 100% случаев доходил до второй стадии. И тогда я могу спокойно ее проходить сколько угодно. Попыток делать и нормально, то есть за трению. А то так я до нее дохожу там, и только сразу ощущение такое, о, я дошел до второй стадии, кошмар, и все, волнение, все дела, и жесть. А так, если я буду постоянно доходить, никакого волнения не будет, и нормально пройду. Да ладно, тяжеловато, что ты нагоняешь эту атмосферу? Нагнетаешь. Что, это тяжелый босс, что ли? Ты вспомни каким-нибудь Камили там, или I wanna be the rect, или как там, I wanna get rect. Или 13-минутный босс. Вот это тяжелые боссы, а это что? Это тушенка. Thank you.
Блин, сейчас мог бы легко убить, если бы не зацепил на первой зелененькой штуке. Да что же задеваю? Что-то мне кажется, хитбоксы, ну пипец какие кривые вообще, ну жесть. Семь, ну блин. Что-то много, очень много. Ну да, попробуем это выжить. Ой, задело, я думал не заденет. Вряд ли задумка, не осилил он сделать нормальное вот и все. А насчет проходить почти в 100% случаев до второй стадии, я имею в виду, не считая того, когда я погибаю на самой первой вот стадии. Ну из этих хитбоксов и прочего, это фигня. Я имею в виду вот эти вот зеленые, не погибать, вот, ну, короче. Там, где уже хоть какое-то время затрачивается, а не как на первые там несколько секунд. Мне кажется, стоит попробовать зарю. Блин, как это делать? Да как и упал-то. Да я почему я неправильно делаю эти все фазы-то? Странно, почему-то все неправильно происходит. То же самое, вообще никакой разницы нет. Опять задел. Опять задел. Вот этих вот немножко вот раздражает вот эти вот белые. На других фазах, только когда умирают, то ну и ладно. Вот эти белые, блин, раздражают.
4. И главное же вот не важно, да, хоть 6, хоть 20 там останется, ну почти не важно. Вот поэтому я хочу заспамить. Боже, блин, доживать минуту до последней фазы и потом там просто из-за рандома погибать. Ну, блин, это тупо. Два, ну блин, два. Ага. Вот, ну... Тушенка такая, тушенка. Овсяная тушенка. Не пропускать меня на вторую стадию вообще никак. Что же это такое? Да постоянно на первой фазе ты умираешь. Ну. 27? Не, очень много. Да ну, куда 27? Я 19 оставлял. Даже 17 вон. Ну что же. Четыре. Никак, вот, ну никак она не это. Ну... Жесть, он тролль. Офигеть. Ни разу еще не пропустил на второй стадии, ну, через вот... Через телепорты свои.
6. Блин, ну 6 это много. Когда же я уже выживу-то, а? Семь? Да мне казалось, там, блин, должно было мало остаться. Ну это удаляй. Зачем последний раз я прыгнул, непонятно. Четыре. Ну 25 это много, конечно. Не потрачу столько. Слишком пожадничал. Зато 29 оставил. Но опять же, 25 это много. Надо там хотя бы 20 оставлять, а то и меньше. Ну блин, 21, еще и тут не попал. Ну, вообще. Сейчас хочу... Поближе сохраниться. Пять, ну блин, пять это тоже. Походу, кстати, я из телепорта не выйду. Я просто жмурю старт, он сразу попадает в телепорт. Ну мне это и не нужно. Ну 10 это, конечно, уже жестко что-то. Ну и ладно, если он опять даст все телепорты мне... Ну, что за фигня? Что-то не то. Thank you.
Ну наконец-то! Наконец-то! Все, это первый раз, когда я его заспамил до телепортов и выжил. Ну и ладно. Ну естественно, надо вспоминать вторую стадию, я-то что помню, что ли? Как-то надо было прыгнуть там. Ну что, он выжил, что ли? Три? Гаденыш ты. Ну, 35 это очень много. Что происходит? Один? Ну... Один, это, конечно, печально. Это фейл, по-моему, а нет. Два. Ну вот, короче, спустя 2400 смертей я смог его заспамить. Один раз пока только. Это потому что... Да не, ну это потому что я хорошо на первой фазе влил, 29 там оставалось. Ну и на второй тоже хорошо влил. Что это такое? 28? Ну это, блин, пипец. Там пиксель этот тупой. Ну, может, пропустят, фиг его знает.
Да ну конечно, пропустит он. Он походу понял, что я его спамлю, и он решил использовать каждую возможность, чтобы меня не пропустить. Как я тут мог? Ну, 36 это кошмар как много. Да почему один остался? Потому что я снес 30, а не 29 на первой стадии. А, хотя сейчас вообще 3 осталось. А я снес 31. По-любому ж. Я уже другого просто не жду. Блин, дурацкая фаза. Да это уже второй раз прогресс, как и быстрее. Ну я второй раз его уже. Не, ну 34 опять, это уже понятно. Хотя я сейчас очень не слабо влил. Да, вышло. На второй стадии очень неслабо получилось влить. Ай, лол, you died. Хуже. Да не, ну опять хреново. Да не, сейчас опять один или два останется, наверное. А, вообще 9. Ну, ладно. Хочу посмотреть, он хоть раз мне даст пройти на вторую стадию через вот эту, через свои телепорты. Пока еще ни разу, тупо ни разу.
Похоже, даст. Да. Ну вот уже чаще вижу старую статую. Есть, ну, хотя бы возможность потренить ее как-то, посмотреть получше. Я уже не особо расстраиваюсь, если погибаю на ней. А, зря. Прыгнул-то. Она же вверх уже летела. Не, ну это понятно, что я столько заставил ему. Че я делаю? Ну просто я понял, что уже не, ну, мало снес, и что-то начал уже фигней какой-то страдать. Тормозил. Да ну 25. Не хочу даже время тратить. Двадцать два, ну это много. 22 это много. Когда 18-17, тогда я убиваю. Ну почему они в ту сторону выстрелили? 8. Я уже видел, что плохо попадал. Ну, получше. Но вот это случайно было. Ну, по-моему, я все равно там не успел бы. Да хорош хитбоксы. Я не специально погибаю, я пытаюсь ну, до конца первую стадию выжить. Если не успеваю заспамить. Блин. Вот
как 4 осталось, мне показалось, я нормально влил, в принципе. Ну, видимо, не так уж и нормально. Да. Вот гад, почти затралил. Хорошо, когда у него мало остается на последней стадии, он не успевает эти стрелочек выпустить там. Много. В принципе, даже от этого плюс, даже если я не успеваю заспамить, то ну, хотя бы на последней стадии слиться шансы минимальные. А, я думал, там не заденет. Две пачки, блин, этой овсянки. Надо убить. Причем вторая, по-моему, более немощная, чем первая. Просто до нее еще дойти надо. Насколько я на вторую потратил попыток, а сколько на первую? Да не, ну 25, это понятно. Да почему? Ну это же было 100% вариант. Уже там 17 оставил. Как я 5 оставил? У него же оставалось 19. Походу я на этой зеленой стадии тоже неравномерно трачу. Я думал, я на ней всегда одинаково трачу, но что, спамлю и спамлю. Я же не перестаю спамить. Что-то я не то сделал. Как-то не попал в фазу. Да куда 40-то? По-моему, я уже спам устал. Не, я в спам, по-моему, устал. Ну, конечно же. Можно даже не смотреть. Ну, 35, ну это чё? Да, я не могу выйти. Yeah.
А, да. Но мне это не нужно. Ты куда 39? Да куда 25? Ну просто я когда вижу такую цифру, мне сразу это... Уже неохота дальше микрить. Привет, Таркил. Тун-т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 ун
Мне бы тут дабл спам бы. Но это уже чит. Блин, а мог бы выжить, ну ладно. Да это много, ну много же это. Куда 33? Потом и на второй стадии хреново влил. Ну опять 33. 25, не, сразу буду такие удалять. Ну, 31 это уже лучше. Кровяка такая на воздухе. Oh.
Да куда я так близко подхожу? Почему 25? Ну, почему? Я как-то не попадаю в такт на второй фазе. Что вообще жесть? Куда 35, блин. Да почему 35 стало оставаться? Тупо. Ну, может, на телепортах повезет. Что-то просто немножко тоже надоедает постоянно одну первую фазу проходить. Почти мог бы, да, мог бы. Ня.
Да что, почему я на этих погибаю, когда именно остается у него мало хп, и я могу его заспамить? Именно в эти моменты я начинаю на зеленых сливаться. Да вообще спам не работал. Постоянно об эту белую задеваю. Хоть тут нарандомить надо. Да ну. По-моему, я на телепортах быстрее на рандомлю, чем буду заспамливать. Хотя нет, еще вот эта вот зеленая тоже на ней иногда погибаю. Почему я третий прыжок не смог сделать? Рука устала, блин.
печалька. Не-не, ну устал, но я не могу спамить. Тут что сейчас был за спам 39? Ну вот 31, это хотя бы лучше. Три, блин, оставил. Ну офигеть. Наконец-то, привет, Экстремат. Да ну, ну все равно так быстро летят. Хочу все-таки третью фазу посмотреть, на которой я, до которой я доходил. Как же ее микрить-то? Да не получится так прыгать очень быстро-то. Блин, он зацикленный, да, здесь? Ну вниз-то понятно, можно успеть, вверх, что-то сомневаюсь. Или можно? Ну фиг знает, вроде бы можно, но как бы других вариантов-то нету, кажется. Сейчас еще раз посмотрю, может там есть все-таки где-то safe spot, что ли, может? На средней где-то платформе или нет? Или мне показалось? А, можно перемещаться по средним платформам, то на нижнюю, то на верхнюю, и там прыгать иногда. А, вон как. Все. Ну, как бы это одно дело понять, другое дело реализовать. К тому же еще эти пуки эти размикрить надо. Как я не отошел? Я же нажал про это идти, но поздно. Ладно, то сейчас еще раз кое-что посмотрю, чтобы уж точно запомнить.
Так, на нижнюю спрыгиваешь, потом на верхнюю. А, ну можно, в принципе, между тремя верхними перемещаться. Там скорости хватит. Смотри, на нижней стою, прыг, прыг. А, сейчас еще раз. Вот после этой стадии встаю на вторую сверху, наверное. Так, вот сейчас микро, микро, микро. Раз микро, встаю на вторую сверху. Да, там прыжочек на нижнюю спрыгиваю, прыжочек наверх, наверх. Блин, там очень быстро надо. Блин, там очень быстро надо. Ну, научиться, так да. Только я пока не могу там учиться, потому что я до туда не дохожу. Да я не смотрел спидранеров, ты чё? Я же никогда не спойлерю себе тактики спидранеров. Если бы я видел, как спидранеры проходят, то нафиг бы я спрашивал. Ну, в смысле, рассуждал бы, что делать. Я просто бы делал бы, как они, наверное. Ну, или как-то там. Ну, хотя бы, блин, мне было бы понятно. А так я строю только догадки. Не, все, не могу что-то спамить. Блин, ну, надо попытаться. Ну, не, ну, 39, ну... Должно где-то 17 оставаться, когда третий лазер опускается. Это практически тогда 100% вин. 21 это все-таки много. Ну, да. Ну, хотя это, конечно, еще нормально, но все-таки, скорее всего, не заспамлю с таким. Да куда 40? Не, что-то вообще не прят. Да не, ну все, не могу спамить, надо перерывчик. Ну куда я? То есть я просто не могу быстро нажимать эту кнопку.
А, все фазы выжить? Ну, ну можно, конечно. Ну вообще вот, ну не могу я тыкать эту кнопку. Ну я совсем не стану, то есть не стараюсь сейчас, ну, чтобы отдохнула все-таки рука. Отдохнешь, блин, с ним. Походу, все-таки он мне разрешил пройти. Это и ко мне, и к нему относится. Лол, юдает. Минус мораль, да, еще как. Да блин, я когда даже не стараюсь спамить, у меня получается примерно так, когда я якобы старался. То есть видно, я уже давно устал. Вон 33, хотя вообще сейчас как бы не стараюсь очень тупо, ну, кнопку прям мучить. Или мне кажется, что не стараюсь. Или мне раньше казалось, что стараюсь. Ну, короче, одно из этого.
Что-то вообще рановато прыгнул как-то. Я не могу уже просто переключиться на эту штуку, когда, ну, типа, вообще не спамить там, типа, сейфово там выживать. Как-то, ну, тяжело переключиться. Уже привык так именно делать. Что за лаг был дурацкий? Лол, я прям в телепорте засейвился, прикол, да? Да почему я не успеваю? В смысле, наоборот, ну, короче, он не успевает исчезнуть. Вроде же делаю все то же самое. Странно, сейчас вообще 16 ставил, а он не заспамился. So fucking close. Я полностью согласен. Ой, что? Какой Соник, вы о чем?
Ну, зачем? Да и пофиг, что 38, ничего такого. Ну, попробуй выжить там. Не выжил. Ну это... надо же. Мне кажется, на зеленой фазе я что-то делаю не так. Там можно больше вносить. Как? Я просто так удивился, что я ему оставил всего 14 до зеленой фазы. Что из-за этого сразу запутался? Так гонять, ну не знаю. Конец-то. Привет, пророк. Да тут неприятность в виде второй стадии. Да ну, какие-то они дурацкие, серьезно. Хочу еще посмотреть на эту стадию. Блин, все-таки надо еще, надо четко подумать, где я буду стоять и куда, как буду действовать. Потому что потом будет думать некогда. Не, сейчас еще раз подожду, когда она начнется. По-моему, все-таки нужно на третий сверху стоять. Ну, когда вот она именно начинается. Вот только вот в самом начале. А третий сверху где-то ближе к левой стороне. Так, вот я стою тут. А, нет, это фейл. Значит, на второй сверху, и потом как-то вниз спрыгивать. И... да там же такой микро стоит, да там же микро, жесть. А, не, ну я же могу через платформу пропрыгивать, ну, сквозь них. То есть я направо наверх прыгаю, а потом... сейчас, еще раз тогда. Так, стою на второй сверху. Стою на второй сверху. Прыг. Вниз, прыг направо, там прыг наверх. Ой, жесть. Да это же охренеть. Блин, ну это же сложно очень. Пока не нафидишь, не поймешь, ну ладно. Ну, заодно рука там отдохнула немного. Пойдем фидить.
А, хвосты можно задевать? Блин, ну там и зажали, я не знал, что там делать. Удачно вышло. Не, я нажал прыжок, он не нажался. Ня. Ну это не за спам явно. Ну, попробую выжить. Да Соник. Ну давай, да нет. Догонишь? Да может ты догонишь, видишь, я как редко играю. Может ты догонишь запросто. У меня, видишь, уже 2637 смертей на Солгрине чисто. Нафижено, короче. Покормлено. Бол, я дурак, что ли? Нахрена слился? Я ему оставил вообще мизер, я такого никогда не оставлял. Ну вот именно на той стадии. Еще меньше. Но Гэнона надо заучить все атаки до совершенства, и тогда тебе будет все равно, сколько их будет. Но, в принципе, так про любого босса, кроме Мегамена. Вот они не очень-то, а, эти шарики. Серьезно, они не очень. Так рано я еще не убивал. Он даже не успел взорваться.
Да. Ну это ты что-то там дико спамил, просто как на Мегамене на рейпе. Я так не готов спамить. Ну, тем более это не требуется абсолютно. То есть нет смысла так спамить, у тебя рука быстро устанет, и смысла в такой скорости нет. Зато ты, ну, быстро устанешь и не сможешь больше ничего делать. Блин, я его не убил. Конечно, потому что фигли, надо было убивать его сразу. Не дожидаться, пока он свои телепорты дурацкие будет включать. Ну, это отдельная история. Рейп не нужен. Кто будет на рейпе проходить в травму у меня? Ну, пекари точно не здраво у меня. Да хорош, ну. Да что-то я неудачно встал на этой зеленой фазе, и поэтому не мог нормально все делать. Ну, будем надеяться, что не затравит. Но это вряд ли. Ну, это терпимо. Ну, походу не затравит, да? Не затравил. Не, ну я хотя бы чем я чаще дохожу до второй стадии, тем я лучше начинаю в ней ориентироваться. И вообще себя начинаю уже чувствовать как бы нормально, более уверенно. Тут... Ой-ой-ой. Это было глупо. Я просто хотел по-бырому размикрить и бежать уже на ту платформу нужно. Ну ты знаешь, мне кажется, все-таки тренировки на других уровнях дают о себе знать. Ну чё так много-то оставлять опять стал? Ну
Ну да, управление не забываю. Что-то я как-то вот это, ну, неправильно я нажимал, не в той последовательности кнопки, не с тем таймингом на зеленой фазе. Вот сейчас, ну, в принципе, в нужной последовательности. Я понял первый раз, как Терминатор вниз опустился в огонь. Да ну... А вроде же хвост не задевал раньше. Блин, нафига был этот жирный хитбокс, но рисовать как маленький. Ну сделал бы текстуру на пол экрана, но зато реальный хитбокс. Блин, ну что такое-то? Блин, оставил. Не, да, чтобы прям, ну, прям вот чисто верняк, чтобы убить, это нужно где-то 16 оставлять, 15-16. Тогда прям, ну, вот, как бы уже не важно, даже если я буду хреново на зеленой стадии его спамить, то, в принципе, все равно убиваю. Ну, сейчас понятно, что нет, ну, может, выживу, ну, нет. Хорошая попытка. Угу. Чуть-чуть еще бы и задел. Да, а, да у них хитбокс реально на пол экрана, ну чё за дела? Стой, я опять забыл, на какой платформе стоять, на второй или на третьей? Я сверху считаю. По-моему, на третьей, ну чё-то я сейчас посмотрел, по-моему, чё-то нифига. Не, на второй, наверное, всё-таки. А, да, на второй, но чуть подпрыгнуть вначале надо. Ну, это нет, ну, может быть, выживу. Неохота перезапускать просто из-за того, что я меньше заспамил, а вдруг... Да, выживу. Вроде хорошая. Есть шанс, но...
Ой, плохая. Да, ну я только понял. Хотя заспамил-то неплохо. Да что такое? Да это видно было, я что-то тороплюсь. Блин, что-то мне сбилось. Блин, ну одна пулька, ну, ну, ну тролль, ну. Ну конечно же. Смысле, на каком каждом боссе? Я же на рейпе не собираюсь, а этих я и так убиваю нормально остальных. Ну, остальных, по крайней мере, я про тех, которых уже натренил. Первый тире. Не, ну на Сонике, правда, бывает, да. Да скелет, подожди, скелет еще не на тренинге. Я его всего один раз прошел, но ну вот в этой серии тренингов. Да как я... Два? Ну ладно, два это хотя бы не один. Хотя, конечно, без разницы. Хоть один, хоть десять. Ну, разница, конечно, есть. Там больше он стрелочек выпустит, но все равно я не доживу до этих стрелочек. Ну, или как их там называть, эти пулечки, пульки его зеленые. 14 было. А, да, ну... Так и знал, что сейчас пеку поставит. По-моему, уже опять палец устал. Но он не отдохнул-то толком. Ну я, в принципе, так и поступаю. Привет, Задрос. Да как он не умер-то? Одна пулька лол. Опять, ну...
Он чаще троллит, чем не троллит на этой телепортах. Понятно. Ну, как бы, если на первой фазе так мало урил, конечно, это все-таки лучше сразу выключить, чтобы не мучиться. Да почему опять 20? Да не... На стенке в 10 мире? Да не помню, ну так. Я помню, что я стрим на этом закончил, но я как бы в нее, до нее дошел не в начале стрима, а уже вроде в конце. Не помню точно, но если хочешь, можешь на ютубе, в принципе, глянуть. Ну, несколько сотен смертей, наверное. А, еще не все, я думал, это уже последнее было. Your face will die. Блин, ну второй прыжочек не нажался, я соскользнул. Link will die. А чё, Link-то ладно, а Bosch-то при чём? Ну пусть Link will die. Тринадцать, по-моему, рекорд, да? Нормально, хотя бы эту дурацкую фазу его теперь потренить могу. Блин, ну я же видел там, что там плохо. Под горячую руку попался. Куда 23? Ну ладно, в принципе, телепорты иногда тащат, так что, ну, можно попытаться. Вот странно, я ему снесся 21 на зеленой фазе, то есть, значит, даже когда у меня 21 там, я могу заспамить его успеть. То есть я сейчас хорошо, получается, на той фазе его поспамил, но все-таки 23 это многовато было. Или у меня 19 было, что-то. Уже не уверен. Ну, сейчас 19. Вот 21 вообще жесть.
Вот 16. И куда он попал? Я что, его не убил? Ох. Вроде должен был. Надеюсь, хоть не затравит. Ну, конечно же, он не затравит, ага. Чтоб Солгрина не затравил, да это где такое видано. Вообще неудачно получилось. Второй прыжок не нажался. Одиннадцать было. Свалился. Ой, это плохое, по-моему. А, не выжил. А, но все равно там спама ничего не было. Да так и знал, что не успею, что-то за слово получил. Три. Ладно, хоть попробуем, может выживем. А то уже столько раз начинал сначала. Надо же. Ух ты ж. Да не, ну он вообще окончательно решил затроллить. Да что это такое? Я два раза выжил, когда он на дне. Ну, на моей, на платформе прям. Он третий раз сделал уже совсем, чтобы бесперспективнее был. Да, да, вот.
Ничего-то не выходит пока. Опять начинается. Но тут слишком близко, я чуть не успел понять, где мне надо стать. Хотя там и можно было, но... Ну хорош, ну... Ты хорошо заспамил. Сейчас хреново заспамил, но зачем-то выжил. Да ну. Как я не убил-то, у него оставалось там 16, по-моему. Сейчас, походу, опять устал, наверное, рука устала ставить. Ну, ничего, повыживаю тогда, попробую. Конечно, если бы не телепорты не пролили именно вот внизу, то я бы вообще бы... Да. Ну, мысль-то скажу, если бы телепорты не тралили так сильно, то я бы даже, наверное, особо не старался бы его заспамить. Ну, то есть было бы проще простого выжить до конца. Не, ну не было это как бы, да, а еще надо, чтобы больше бессмертный был. Ну просто это троллирование, они, ну как бы не просто сложная атака, а она как бы вот именно, ну, жесть рандомная. Может захотеть тебя убить, а может не захотеть. Я хочу просто на зеленой стадии больше урона вносить. Когда я вижу, что у него хп еще слишком много, то я пытаюсь это реализовать, но пока не получается.
Ну и что, без ограничений жизни и контов, это еще не значит, что это легкая игра. Че, Камилия тоже кузовищина, что ли? Опять в спам не могу. Ну, так а само заучивание-то не изи. А, ну когда ты на рейпе пройдешь без смертей, то ты так и скажешь. Ну это же скоро будет уже. Да блин, ну хорошая была попытка. Ты сейчас пытаешься на рейпе пройти? Да блин. Что-то у меня кнопки, я не знаю, вообще отказывают. Странно, ну или как-то я их неправильно нажимаю. Такое ощущение, что реально иногда уже не срабатывает. Ну или я как-то нажимаю криво. Ну, скорее всего, я. Потому что вроде клавиатура хорошая. А зачем слоупочно спамом? Какой от этого толк? Вообще не то происходит. Я же все знаю уже, что делать. Почему у меня через раз получается? Но мне кажется, усталость сильно дает о себе знать уже. Уже очень много оставлять стал. Один.
Окей. Один так один. Ну это плохо. Ну короче, наверное, до 2800 играем и все. Что только что сделал? В принципе, неплохо. Так, вот это вот уже плохо. Я даже не успел отойти тупо. Ну блин, куда спам делся? Не, все, вообще нет спама. На второй стадии, на второй фазе вообще нету тоже спама. На первой сейчас, в принципе, неплохо оставил. На второй вообще фигня снял мало. По-моему, сейчас просто уже фарм смертей пришел. Хотя вот сейчас был шанс. Задолбал. Наконец-то. Что-то реже стал, реально реже стал доходить. То хитбоксы какие-то нереальные. Не в сказку попал, ну да. Ты хорош. Просто тыкать быстро кнопку, но это же довольно просто. Причем тут не нужен брешный спам, как на Мегамейне, на рейпе. Ну так, нормальный просто спамчик. Восемь. Вот это было прикольно. Ну блин, только 8, но умер.
Да что же я так рано прыгаю-то? Ну это я просто опять второй прыжок не сработал. Да как же я не убил ты его? Два причем оставил. 16 же было, я что, только 14 снес. Очень мало. Давай где-нибудь там, да, нормально. Там... Это уже хуже. Это уже троллинг. Привет, Тор. Ну, вообще-то это сложный босс. Я, конечно, знаю, что ты троллишь, но это меня не очень радует. Такая... Блин, реально тяжело. Ну, как бы, блин. Ну, как бы выматывает. Оно выматывает. Оно не тяжело, оно выматывает. Потому что вторую стадию я довольно редко пробую. А первая, блин, выматывает. Так чё медленно? Я вообще-то его быстро убиваю. Я его, ну, спидран же убиваю первую стадию. Ну вот не получилось спидраном. Ну уже я устал-то сильно. А, что-то я не то сделал. Да ну удаляем. Ну молодец. На всю зиму, что ли, накупил? Ну, сейчас я 17 потратил на этой зеленой фазе. Да, ну это, да, ну уже все. А, ну прикольно, у меня такой нет возможности.
Нет. Ну как, он мне, ну, на том еще стриме только сказал, что лазеры по-другому проходить и все. А какая разница-то вообще? Главное-то их реализовать, ты видишь, как это тяжело? Как перепрыгивать вот эту хаоса, я сам разобрался. И ту зелененькую пульку, которую он пускает тоже. В первой стадии вообще и так все понятно. Ну, в первой фазе это долбанный. Да и вторая тоже банально учится. Просто стоишь на левом крае, ждешь пока, ну примерно по таймингу там, когда лазер этот появляется. Идешь вправо, вот. Ну короче, ну и так видно, что я делаю. Тут много вставляю. Что-то я уже опять долго не был на второй стадии. Ну, уже все осталось капитальное. Ты 4 айвана, ну очень медленно, конечно, идешь, ты буквально, по-моему, по 20 штук за раз стал смотреть, а раньше, по-моему, по 200. Пофиг, попробую выжить. Ну все равно продвижение, то есть продвижение. Да, смотришь. Ну только ты выкидываешь, возможно, интересные даже. Которые только, ну, тебе кажутся скучными, но на самом деле хорошие. То есть не только где тупо одни шипы, а некоторые другие. Да ну не нажался второй прыжок. Да Тор, ну конечно, сейчас каждый будет сам разбирать айваны, и смысл это же вообще нерационально. Обычно кто-то один этим занимается и как бы выстраивает каталог и, ну, как бы говорит вот эти вот
интересные вот этим, вот эти, вот этим, а вот эти тупо шипы. Ну и, короче, там разные категории. А эти там, например, только босс там, ну, разные вообще. Почему 24? Не должно там 24 оставаться. Это я на 10 урона теряю, как минимум. Что это сейчас было? Не, ну я понимаю, там пару бы я, ну, хуже, да? Но 10. Но это все равно не за спам. 20 там, когда остается. Это, кстати, последняя попытка. Как раз таки хорошо, что она заканчивается на втором. На второй стадии. Ну и ладно. Да не, все. 2800 смертей на Солгрине. Собственно, да. На сегодня это все. Всем пока, спасибо, что смотрели. Увидимся.